Доброе утро, мои любимые. Доброе, прекрасное. Питерское утро. Коммунальное. У нас солнышко. Вообще такая красота. Надо срочно идти гулять. Видите, там солнышко. Ай, дует из окна. И небо голубое-голубое. У нас с вами сегодня суббота. Мои родные, ура, ура, 16 апреля 2022 года, суббота, не забудьте поздравить Никиту, или Никиту, кого-то из двух, подруга там дрыхнет, потому что у нее выходные, ей надо отдохнуть и отоспаться. Сейчас хотела вам прочитать стих. Как же мне его прочитать? Сейчас что-нибудь придумаем. Итак, мои любимые, стих. Я вне игры, иллюзии и страха. Я Бога свет. Его любовь, и называйте Кришной или Аллахом, дорога без конца уводит вновь. Я небеса и горы в дымке, рассвет лазурный, бархатный закат, я снег, олени у соседней финки, кораллы, жемчуг и агат. Я все во всем, от выдоха до вдоха. Я первый плач, прощальный старца жест. Вне представлений, хорошо и плохо, звезда Давида, полумесяц, крест. Я вне религии, нации, пола. Вне жалости, подачек, я любовь. Мне не страшны ума уснувшего уколы. Я истина, разит, что глаз, не бровь. Поставила такую картиночку и поставила такую песню. Альберт Асадулин, «Дорога без конца». Немножечко включу, чтобы не отключили мою эту. Хотя нашу жизнь с дорогой без конца.